Відомо про кілька ударів керованими авіабомбами по місту Харкову. Один влучив у відповідно багатоквартирний житловий, тобто будинок. Це чисто житловий район, спальний район. Тут жодних об'єктів, не лише військових, а в принципі інфраструктурних немає. На другий етаж вроде як є. Давай, бей. Вот это, давай. Бей. Давай, пошли. Вы сейчас и мне загрузите, мои дети, давайте. Це уламок від керовано-авіаційної бомби. Был очень сильный взрыв. Вот на соседние микрорайоны просто содрогнулись, работали все сигнализации. Я посмотрел в окно и увидел поднимающийся дым и понял, что это дом моей матери. Я побежал через дорогу с женой, мы побежали, я увидел, что горит квартира моей мамы, горят машины, выбито все. Вот там, где... Второй подъезд. Горит. Ну как? Надо ехать. Надо ехать.